Первая остановка у нас Кириши. Здесь местные ватерполистки бились за выход в финал четырех Евролиги. Хотя слово «бились», наверное, слишком громкое. Соперник по 1/4 финала, Югра из Ханты-Мансийска, оказать сопротивление был не в состоянии. По просьбе гостей оба матча сыграли в Киришах за 2 дня, и счет уже первой встречи лучше всего характеризует разницу между командами. 21-6 в пользу КНФ «Сургутнефтегаз». На следующий день 13-9 победа киришанок, но там уже было сложно найти мотивацию, поэтому обошлись без разгрома. Это мотивация, и, в общем-то, и не хотелось их, знаете, как говорится, скипидарить, настраивать на это. КНФ «Сургутнефтегаз» в очередной раз выходит в финал четырех Евролиги, а вот кто будет соперниками уже там, определится 11 марта, когда пройдут ответные матчи в других парах. Результаты первых игр не позволяют делать точный прогноз, но, скорее всего, дальше пройдут венгерский клуб UFC, испанская «Сабадель» и греческий «Олимпиакос». И, внимание, на право проведения финала четырех кириши будут претендовать. Я думаю, что мы готовы к любому сопернику. У нас будут силы дать отпор и уже, наконец-то, заслужить это звание и этот кубок.